Приветствую вас, коллеги! С вами Лилия Донскова. В этом видео я вам покажу одну фишку ВКонтакте. Как сделать репост без репоста. Что это значит? Вот смотрите, например, вы зашли на страничку какому-то лидеру, и вы хотите запись, ну, например, вот такую запись мы хотим у Михаила Булавцева про доход Долженко Антона почти 2 миллиона, перенести к себе для привлечения внимания людей. Как это сделать? Смотрите, как делаю я быстро. То есть в Google Chrome в браузере можно дублировать вкладку. То есть вы наводите правой кнопкой мышки, щелкаете по вкладке наверху, выбираете кнопочку «Дублировать». Открываются две вкладки. Мы одну открываем на своей страничке. Возвращаемся к Михаилу и копируем вот эту запись. Идем к себе, вставляем. Редактируем немножко. Например, я убираю Барнаул, он мне не нужен. Возвращаемся к Михаилу, открываем картинку. Правой кнопкой мышки мы по ней щелкаем, нажимаем копировать URL картинки. Идем к себе, делаем пробел после последнего слова, вставляем, стираем это. И вот у нас все на месте. Мы нажимаем, можно еще немножко редактировать. То есть перейти на английский регистр и некоторые буквы поменять на английский. То есть, например, О русскую на О английскую. Это для того, чтобы поисковые системы вас не считали, что это один и тот же идет дубликат. Нажимаем отправить. И, о чудо, запись у нас оказывается на стене. И мы не сделали репост. То есть что такое репост? Например, мне вот эта запись понравилась. Если вы нажимаете вот сюда на граммофончик, то вы ее себе отправляете на страничку, но это выглядит вот таким образом. Вот я утром у Миши скопировала, сделала репост его записи. И тут видно, что это я от него привела, да, пришла. Людям стало интересно, что это за чувак такой бородатый. Они нажимают на эту ссылку, да, наверху, и оказывается у Михаила на страничке. В результате они уйдут с вашей странички к Мише и к вам вряд ли вернутся. То есть они начнут рыться у него на страничке, смотреть, что это за интересный человек такой, да, увлекающийся, увлеченный чем-то там всем подряд. Ребят, как вы думаете, они к вам придут обратно? Вы бы сами пришли, вы и не вспомните, да, кто-то даже не знает, что можно так кнопочку «Возврат» нажать и оказаться опять у вас на страничке. Поэтому я вам желаю не лениться, репост без репоста сделать очень легко. И если вам какие-то записи нравятся у меня в ленте, у Михаила или у других лидеров компании, то смело их переносите к себе, просто используя, да, золотые правила. Просто копируйте и переносите. Желаю вам успехов, много-много к вам гостей в вашу ленту, чтобы ставили лайки и просились в вашу команду. Удачи! До встречи в следующих роликах. Пока-пока!